Видео для сидельник Анны. Замечательное, очень светлое, хорошее. Вся прямо горит, вся в музыке. Не джазовая программа совершенно. На джазовый конкурс вы дали не джазовую программу. Правда, голос тоже не джазовый. Совершенно точно он попсовый. Она так чувствует, такая ее природа, и в этом нет совершенно ничего страшного. Продолжайтесь развиваться в разных направлениях, но, скорее всего, больше у нее будет и получаться, и хотеться ей петь поп-музыку. Вот что еще хотелось сказать. Возможно, не стоит давать такие прямо детские песни. Может, можно не бояться давать что-то постарше. А в целом, красивый голос, мне понравилось. Поздравляю вас еще раз с участием и желаю только самого лучшего, как можно больше слушайте музыки разной и смотрите больше живых, современных исполнителей. Хорошо идти в ногу со временем. До новых встреч!